продуктовые покупки. Всем привет, вы на канале Гекта Лайф, и сегодня я хочу вам показать обзор наших покупок в магазине Пятерочка. Все нам вышло на 2147, по-моему, рублей, где-то так. В общем, первое, что я вам хочу показать, это мы взяли мажитель со вкусом клубники. Очень в последнее время полюбил наш сын вот такую вот штучку. Это напиток сывороточно-молочный. Вот, реально очень вкусненько. Всем рекомендую. И вот еще что я вам хотела показать. Это, смотрите, мои мужчины приобрели мне два вот таких букетика. Вот, потому что я очень-очень люблю тюльпаны. И вот они меня решили порадовать. Смотрите, какая прелесть. Супер, просто надо будет сейчас уже поставить в вазочку. Цвета я выбирала сама. Смотрите, взяла беленькие тюльпанчики. И вот такие вот розово-белые. Вот видите, очень-очень красиво. Все это потом распустится, будет выглядеть очень круто. Также мы приобрели два торта. И это у нас бельгийский шоколад. Вот, данные торты очень-очень вкусные. Смотрите, как он красивый. Сейчас чуть-чуть вам. Это Мирель, кстати, марка. Вот я вам сдвину. Вот, смотрите, какая прелесть. Красота. И второй мы взяли. Тоже Мирелевский. Это у нас три шоколада. Выглядит более по-женски, на мой взгляд. Да. Такая красотулька. Ну и сейчас вот пакетик будем разбирать. Так, ну что же находится в этом пакете? Первое, что попалось, это русский узвар. Традиционный русский напиток, боярышник. Это вот любитель муж попить данный напиток. Взял он две штучки. Также, да, я вам не показывала еще. Приобрели мы сок Рич с персиком. Вот, это тоже муж любит. По акции сейчас, в общем, вот эта лазанья, по-моему, 150 рублей стоит, вроде так. А по акции покупаете две штуки, получается одна за 80 рублей. Достаточно выгодно. Это болоньезе от Мираторг с сыром в соусе бешамель. Я ее пробовала тут на днях, вы знаете, мне что-то не понравилось. А вот сын сказал, крутая. Ну ладно, раз понравилось, хорошо. Мне больше нравится золотой петушок, или как он там называется, лиса. Так, приобрели мы яички. Вот. Ну, я не буду сегодня вам показывать. Яйца и яйца. Так, оставляем в сторону. Приобрели лимончики. Ну вот, лимоны были, честно говоря, не очень хорошего качества, но, как говорится, на безрыбье и это сойдет. Что делать? Хотелось лимонов, но не бежать же отдельно в магазин, правильно? Также я приобрела жидкое мыло для интимной гигиены с календулой. PH интимной зоны смягчает, увлажняет, гипоаллергенно. Мне очень нравится именно это интимное мыло, потому что оно невероятно приятно пахнет. Ну, или вероятно. Ну, в общем, приятный аромат. Следующее, что я вам покажу, это выпечка, которая стала продаваться в магазине Пятерочка. Причем они там же и готовят, по всей видимости, потому что продается горячим. Так, стоит это все удовольствие 34 рубля 95 копеек, 35 рублей, округлим, что уж там. И это у нас курица и, по-моему, картофель. Да, курица и картофель. Ну, такой приятный вкус, это слоеное тесто. Получается по вкусу просто как пирожок. Так, приобрели мы сыр Тильзитер. Мне вот этот, кстати, очень-очень понравился. Ну, это красная цена, но вкусный, неплохой сыр. Вообще, с сыром там тоже Пятерки выбор очень слабый. А с выпечкой, кстати, не все. Еще я взяла вот такую вот улиточку. Это у нас улитка с мясом. Пахнет, конечно, очень-очень вкусно, я вам скажу, попробуем. Стоит она точно так же. 35 рублей. Так, далее. Ну, почти уже все закончилось. Видите, не особо много продуктов, а при этом потратили 2000. Больше даже 2000. Вот как нынче дорого жить. Хлеб белый. Красная цена, решила взять именно такой. Не было моего хлебного дома, а все остальные меня совершенно не устраивают. Вот этот хлеб, на удивление, довольно приятный. Хоть и стоит он 11 рублей, считается бюджетным, но он приятный на вкус. Это факт. Так, и что у меня? Рефрижератор загудел вдруг. Последнее, вот по скидке взяли мы Greenfield Golden
Цейлон, Black Tea, то есть черный чай, в общем, вот такой набор. По скидке он стоил 219, его полная стоимость вроде как 400 рублей, но представляете, как дорого. Я уже отказалась от Липтона, потому что он подорожал очень-очень сильно, хотя это мой любимый чай, но что делать, слишком уж он дорогой. Вот, решила в этот раз вот по скидочке взять Гринфилд попробовать. Ну, посмотрим. По-моему, довольно хороший чай, но почему-то, вот сколько я не пробовала, Липтон для меня пока forever. Вот, но посмотрим. Может быть, я перейду все-таки на этот. Кто знает, посмотрим. Вот, ну, на этом ролик закончился. Вот все продукты, которые мы приобрели. Надеюсь, он вам понравился и был интересен. Если это так, то ставьте лайк. А также подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень-очень люблю. Желаю вам сильно не тратиться и покупать хорошие качественные продукты. Всем пока!